градусов тепла. Приехала в Ирюпинск. Ох, столько дел. В общем, сегодня закупаю материал, гипсокартон, и буду отделывать дом свой. А это мой самый нелюбимый памятник, который я только видела. Господи, ну зачем в казачьей столице, где были хоперские и есть хоперские казаки, ну зачем так издеваться над казаками, господи? Ну при чем здесь русалки вообще? Жесть, конечно, вот самый мой нелюбимый памятник в Ирюпинске и вообще где я только могла видеть. Кстати, я тоже хоперская казачка. Мои предки были казаками. И, честно, не любо, хочется сказать. Я не знаю. Вообще, конечно. Как вы думаете, нормальный памятник казаку? Так, ну вот убираем мы плинтус. И будем сейчас закрывать его сеткой и пеной заливать. Плинтуса, кстати, легко убирается. И вот такие вот у меня тут дырки. Блин, не самая тяжелая, наверное, работа в этом доме. Не повторяйте моих ошибок. Купите какие-то специальные ножницы, которые будут резать вот эту сетку. Ой, в общем, все спешим быстрее. Вот сейчас сижу и топором просто рублю ее, потому что у меня нет вот этих ножниц специальных. Вот, заготовьтесь. А так вообще, кстати, идея хорошая от этих мышей, но очень острая и очень опасная эта штуковина. В общем, такая штука у нас получается. Вот видите, сетку эту проложили, туда острием вот так вот загинаю и вот так вот укладываю. Мышкам будет очень больно на самом деле. И пеной потом зальем. Ну что, теперь проходим пеной. И знаете, так классно, что есть вот эта сетка, потому что она не дает пене проваливаться. Хорошо так фиксируется. Так и проходим по всем углам. Ну что, наконец-то у меня будет связь в моем доме. В деревенском доме, в общем, там, наверное, из-за горы очень плохая связь сотовая. Да как плохая? Ее вообще практически нет. В общем, мне нужно было обязательно поставить усилок, потому что ну, без связи вообще никуда и никак. Ну и заодно интернет будет нормально ловить. В общем, я купила такой усилитель связи и интернета. Скоро сделаю, проверю его, поставлю и с вами посмотрим, реально он действует или нет. Это репитер, ну, тут питание, книжка руководства. Это, в общем, вешается в доме. Вот это грушей, я бы ее назвала. А вот эта антенна вешается на улице. Ну и провод подсоединяется и, короче, усиливает связь. Чему я очень-очень рада. Много разных вариантов думала. Ну, в общем, Теле2. Ну, у меня на базе Теле2. У меня этот Тинькофф связь. Они работают на базе Теле2. В принципе, все одинаково. Просто у меня там плюшки свои есть, там всякие скидочки, все остальное. Вот я пользуюсь им. Вот. Такая вот покупка у меня тоже брала на Озон. И знаю, что на Алике можно заказать их дешевле. Ну, знаете, решила быстро заказать, потому что на Алиэкспресс все равно это долго, очень долго они присылать будут, да? Сейчас все-таки маркетплейсы этим и выигрывают. Пускай будет подороже, но зато быстро. Есть эти крепления вот идет. Буду все на выходные собирать, потом вам покажу. Полюбила вот эту фирму Деса Декор.
Я взяла краска акриловая, меловая. Сейчас вам покажу цвета. Взяла краска акриловая, меловая тоже. А, это, по-моему, светлые. Ну, в общем, сейчас покажу. Надо открыть, посмотреть. Краска акриловая, меловая. И что тут еще я взяла? Эмаль для радиаторов. Это в первый мой дом, который не в деревне. Надо покрасить трубы. Кстати, она очень классная. Она не пахнет, не воняет и хорошо закрашивает, стойко и не смывается. Это очень важно. Так, а это я взяла... Что такое? Краска акриловая, меловая. И вот эта баночка. Это у нас, по-моему, лак акриловый, глянцевый. В общем, расскажу, для чего я это все взяла. Вот эти вот меловые штуки. Одна тут синяя будет сейчас классная. Покажу такой цвет красивый. В общем, я взяла покрасить шкафы, буфет в моем деревенском доме, будем так называть. И эту фирму я уже не первый раз беру. Мне прям нравится. Вот в том доме, который в станице, да, вот так буду их распределять, в том доме, который в станице, я брала и красила откосы в доме. И она прям так хорошо ложится и хорошо закрашивает. Я, в общем, довольна очень. И они, кстати, недорогие. Это, по-моему, наше российское производство. Качественная прям продукция такая. Ну, да, наша. Вон, DC Decor. Они везде есть. Нет, ну вы только посмотрите, какой цвет. Я планирую этим цветом сделать откосы в доме, который в деревне. Мне кажется, будет ярко прям. Это такого молочного цвета, это тоже молочного цвета, это белый, а это такой коричневый. Я его буду смешивать с молочным цветом и красить шкаф. Все-таки я решила именно такой цвет оставить. Ну, как-то, блин, хотя можно будет такой синий, но это очень ярко. Я не люблю, знаете, мебель такую яркую. А вот откосы будут прикольные. У меня они там зеленые. Я думаю, что оно хорошо перекроет. Вот, потом вам тоже все покажу. Пока все, конечно, медленно делается, но делается. Медленно, но верно. Посмотрите, как классно перекрывает краска старую краску. Смотрите, какой красивый насыщенный цвет. Это какая она ужасная, да, вот эта вот зеленая. И какой красивый цвет получился. Вот, сейчас покрашу. Уже будет совсем все по-другому. Посмотрите, какая красота получилась. У-ху! Мне очень нравится. Прям под цвет печки здесь тоже синяя. Вот я так и оставлю. Это синее. Докрашу здесь синим. Ступеньки тоже будут синие. В общем, классно. Хорошая краска. Очень довольна. Прям сразу такая яркая комната стала. Хорошо, что есть выходной. Еду купаться на речку, на хопер. Ну, как вам температура в тени? Ой, а на солнышке, наверное, все 45.